Члены местного отделения партии «Единая Россия» обсудили проекты благоустройства общественных территорий, работы на которых планируется провести в 2019 году. Благоустроить планируют 4 общественные территории. Это зона отдыха в микрорайоне «Юбилейный», в районе детской игровой площадки «Кораблик», игровые площадки в микрорайонах «Солнечном», «Административном» и «Лазурном». Здесь установят малые архитектурные формы, проложат тротуары, ливневую канализацию. Единороссы изучили представленные проекты благоустройства и озвучили свои предложения. Город практически готов к реализации данного проекта, готов торговать, готов определять подрядчиков. Здесь самое главное важно, чтобы люди увидели и дали свое согласие, потому что опыт прошлого года, опыт предыдущих лет показывает, что если людям это не интересно и не нужно, это не нужно начинать. Здесь важно, чтобы люди увидели до начала. Вот этот момент важен. Остальные моменты, как в любом случае, до того, как нас растает снег, я думаю, мы все успеем начать эти работы. Напомню, что голосование за проекты благоустройства общественных территорий идет на платформе «Решай» портала «Живем на Севере». Завершится опрос 27 февраля.